он снял сейчас нарушение. Это запрещено, спиртосодержащая продукция. Надо бы проехать в отдел полиции. Все, мы один блок покупаем водку. И просто... Да вы это можете рассказать непонятно кому. Я вам повторяю, вы сейчас переводите канистру со спиртосодержащей продукцией, которая не имеет никаких активных марок и так далее. Это запрещено. Травятся люди, понимаете? Пожалуйста, не пустите. У вас все заплатят. Это противозаконное деяние. Команде есть. Я пожалуйста. Так, все не кушается. Время у нас. Команда, можно? Давай. Сейчас команда. Кого? Это противозаконное деяние. Уголовная ответственность. Задачу взять, когда должен снимать.